Есть дети, которые у нас называется такая фестивальная группа, которые уже работали, которые были на фестивале, которые больше всего выступают. А есть дети, которые, у них всего 20-минутный будет показик, которые только-только делают свои первые шаги и выходят на сцену, но мы в них искренне верим. Мы детей не выбираем, они к нам приходят сами. А главный наш принцип по отбору детей, это самое главное, это желание ребенка. Статный, мрачный молодой красавец со скрещенными руками. Слой Боже, он у вас есть. Ребята, удачи, вдохновения и благодарного вам за эти люди, живущие у моря. Мы знали, что в других городах России есть такое движение «Оперение». Нам очень хотелось стать частью этого движения, примкнуть к нему. И благодаря нашим усилиям, поддержке администрации города, поддержке управления по образованию и науке, нам удалось создать крепкую команду. Здорово, что у нас в городе есть театральная студия, что она бесплатна для детей. Прекрасно, что наши дети творят. Творят своей мыслью, своим словом, своим взглядом. Не все станут актерами, естественно, но каждый из них будет иметь чувство прекрасного, любить театр и будет на этой земле творить добро.